Основано на романе «Сельский учитель» Люцисыня. Эй, тупица, опять сделаешь унылые селфи? Нет, этот кадр заставит ТикТок замереть на целый день. Хватит, мастер йога. Давай, подай мне, наконец, уже сферу. Ладно, придержи коней, ковбой. Сфера с генами уже на пути к тебе. Хватит болтать, ребята. Шлюз открыт. Сосредоточьтесь на задании. Сфера прибыла в камеру подготовки. Капитан Эндрюс, ожидайте получения. Мой бог. Ну разве фраза «шлюз открыт» не сексуальна? Процедура переноса инициирована. Я слышал, что они поместили туда ДНК девушки. Девушки. Ох, наверное, она горячая. Поможешь найти ее телефончик? Капитан Эндрюс, сосредоточьтесь. Трансляцию смотрит босс. Начинаю процедуру выхода. Внимание, персонал. Процедура начнется через T-минус 10 секунд. Занял позицию. Вот дерьмо. Ладно, это было близко. Какой сукин сын решил, что надо делать это в поясе спутников? Капитан Эндрюс, нытье вам не к лицу. Только так Раздиан поверит в нашу историю о ремонте спутника. Следующий спутник пролетит через 31 минуту 15 секунд. Босс, я все еще не уверен в идее передачи наших генов инопланетянам. Это очень опасно. Сэр, это будет еще опаснее, если другие страны сделают это раньше нас. Посмотрим еще раз послание инопланетян. Это сообщение от самой продвинутой цивилизации в галактике. Мы хотели бы установить дипломатические отношения с планетой Земля. Давайте обменяемся ДНК. Положите шар для ДНК себе в рот. Затем верните его послу, чтобы завершить обмен. Гены, которые мы отправили, дал американский бодибилдер с IQ 180. Да это хорошо. Это должен быть наш. Лишь мы достойны представлять нашу расу. Рука! Следуйте протоколу. Прежде чем мы закончим эту прекрасную церемонию, прошу, скажите ваше имя. Миссия по установлению контакта с вашей грязной планетой вызывает у меня отвращение. Я отказываюсь от вашей просьбы обмена идентификацией. Низшая форма жизни.
Ладно. У них есть чувство юмора. Он пытается быть забавным. Что он делает? Это фото парализует ТикТок на неделе. Готов? Раз. Два. Секси. Нет-нет-нет, не пугайся. Это не оружие. Нет-нет-нет, не закрывай дверь. Детка, детка, не нервничай. Это же не оружие. У нас чрезвычайная ситуация. Процедура прервана. Уберите свою жалкую технологию. Прекратите свои действия. Или будете уничтожены. Летит спутник. Уходи, берегись. Улетай, улетай. Безумный инопланетянин. Тряси руками каждый день, тогда твой разум будет свеж. Как говорят, разные направления работы имеют разные аспекты. На Олимпиаде есть чемпионы, на обезьяньем шоу – обезьяний король. Леди и джентльмены, мальчики и девочки. Сегодня у нас так много почетных гостей. Я счастлив видеть всех вас здесь, на сцене Хуагуа Маунтин. Без лишних слов спешу представить вам великолепную Хуан Хуан. Выходи к нам на сцену. Сейчас она исполнит трюки. Прогулка над Огненной горой. Вперед. Давай. Так. Прыжок сквозь облака. Отлично. Обезьяний свип-кик. Пройдет на железных ходулях. Один железный прут землю трясет. Два железных прута пронзают небеса. Давай. Левой, правой, левой, правой. Грациозное движение. Правой, левой. И еще разок. Давайте, аплодисменты. Почему Хуан Хуан побежала в свадебный паланкин? Мужчина и женщина женятся. Прошу самые громкие аплодисменты. Поприветствуйте невесту Хуан Хуан. Это самый важный момент в жизни девушки. Теперь Хуан Хуан приветствует аудиторию. Приветствует, а не кланяется. Хорошо. Еще она дала мне это. Она выберет человека из аудитории, и он завяжет узелок. Кто этот счастливчик? Это судьба. Похоже, она выбрала вас. Смотрите, невеста с нетерпением ждет церемонии. Позвольте спросить, вы хотите взять в жены эту милую девушку? Да-да, все равно, давайте побыстрее. Сейчас спрошу у нее. Ты хочешь выйти за него? Алло?
Да-да, супер. Невеста приняла символ. Можно потише? Да? Да, все будет. Две девочки уже едут. Ты закончить не хочешь? Да это шоу для лузеров. Все, пойдем. Возьми сумку. Какая трогательная история. Но все же жених продолжает сбегать. Похоже, теперь мой шанс. Леди и джентльмены, мне нужно ваше благословение на брак. Теперь невеста моя. Давай, пойдем, детка, пойдем со мной в постель. На сегодня все. Не лезь не в свое дело. Без меня ты бы сейчас опозорился на сцене. Ешь все, что видишь. Как он там тебя назвал? Лузер с обезьяной? Видишь? Аудитории виднее. Ты все ходишь кругами. Надо двигаться вперед. Вот твой бумажник. У тебя-то он откуда? Я дал тебе шанс инвестировать в мой бизнес. А ты что сделал? Взял и поменял код. От кого ты его защищаешь? Где все мои деньги? Деньги? Да вот же они. Черепахи, змеи, ягоды Годжи. Вот наш бизнес. Я пытаюсь помочь тебе. Давай ко мне торговать спиртным. Бросай свое шоу. Это дерьмо никто не смотрит. Это мы еще посмотрим. Вот подожди пару дней. А сам-то? Столько работы, а где деньги? Занял мой дом своим складом. Это спиртное. Это инвестиции. Мы говорим о будущем. Работай с папочкой, и это сделает тебя богатым. Да иди ты. Не хлопайте, просто смотрите. На это меня вдохновил один фильм, который я увидел 2 дня назад. И он называется... Что-то там с другой планеты. Кто режиссер? Как гамбургер. Эта штука летела на велосипеде с голой задницей. Тогда я подумал, что Хуан Хуан может взять свой велосипед, и мы с ней полетим. И... У нас спереди будет не только обезьяна, за нами будет гнаться дракон. Нужно просто увеличить эту модель. Будут КПД, про которые ты говоришь все время. КПЭ. Да, точно, КПЭ. От этого твои КПЭ просто взлетят. Хорошая идея. Все это... Обойдется тебе всего в 2000 долларов. Генг Хао, спустись туда. Давай. Что у тебя под ногами? Деньги. Этот фонтан зарабатывает больше, чем ты. Но я... Я уже сказал тебе, мы сделаем из сцены ресторан. Единственный хот-пот на районе. Заработаем больше. Хот-пот? Но ведь обезьяне шоу наша культура. А хот-пот нет? Да, это тоже, но... Культура должна приносить выручку. А твое тупое шоу ее не приносит. Но ведь разве можно сравнивать хот-пот и мое шоу? Не говори мне о культуре, у тебя просто лузерское шоу. Богиня животных. Мою гениальную идею отвергли. Мы зарабатываем на жизнь тем, что умеем. Но почему это так избито? Кроме того, до тех пор, пока мы дышим, мы не сдаемся. Это обезьянье шоу существовало много поколений. Как я могу предать предков? Но ничего. Пока я здесь, я не позволю ему исчезнуть. Мой отец был настоящим королем обезьяньего шоу. И я не позволю им сейчас называть это шоу лузерским. Верно ведь? Я заработаю уважение. Хуан Хуан, теперь нам придется работать усерднее.
Хуан? Хуан! Черт! Нет, не шевелись. Ты как, ты в порядке? Да, Фэй. Разбудите массажиста, я приеду. Это пришелец. Скорее, ты пришелец. Безучастный и странный. Если ты сам понял, зачем приехал? Как думаешь, кто он? Присмотрись. Два глаза. Один рот. Две руки. Две ноги. По отличительным чертам можно сказать, что он, наверное, примат. Наверное, это редкий вид обезьяны. Приматы-обезьяны? Есть очень много видов обезьян. Смотри, ошейник. Похоже, он чей-то питомец. Я не спрашивал, чей он. Я спросил, что за вид. Ну так, что думаешь? Думаю, что он может быть из Южной Америки или... Вероятно, из Конго. По-научному называется. Не знаю, но, вероятно, он ждал Хуан Хуан, чтобы спариться с ней. Он пробил мою крышу. Почему сразу не сказал? Значит, это конголийская яростная обезьяна. Да, фей. Я подглотал твою обезьяну. Она проснется, когда пройдет анестезия. Да-да-да-да, иду. А что за повязки? Я ей раздробила кость. И когда она поправится? Через 100 дней. О, боже ты мой. Сколько? 100 дней. Да, фей. Закрой, пожалуйста, дверь. Когда будешь уходить? Ложись спать, док. А? Он жив. И правда. Выглядит здоровым. Похоже, что да. Дай взгляну. Ну-ка, открой рот. Точно, ему года 3. Смотри, он боится. Какой-то он странный. Точно конголийский. В Конго жарко, вот у него и нет шерсти. Это очень редкий вид. Неплохо. Умеет стоять. Что? Что ты хочешь? Умеет давать лапу. Эй, смотри. 4 пальца. Плохо, если продавать будем. У твоего кузена вообще их 6. Он царапается. Черт, он нападает. Подраться любишь, значит? Отвали. Там и стой. Осторожно. Спокойно, только не порань его. Он убегает. Помоги, лови его.
Стой. Стой. Стой же. Еще хочешь? Куда побежал? Генхю, лови его. Водка была моей слабостью. Я даже подливал ее себе в суп за ланчем. Эта футболка Капитана Америки дала мне силу. Могучую силу, чтобы перестать пить. Это совсем неуместно, Джон. Прошу прощения. Продолжайте. Он и вправду верит, что получил суперсилу трезвости от футболки? Это совершенно неуместно, Ларри. Я могу попробовать, но я ничего не почувствую. Я чувствую себя супергероем. И пока на мне эта футболка Капитана Америки, ничто не заставит меня снова пить. Даже если кто-то приставит пистолет к моей голове. Это интересное предложение. Работает футболка? Выпить не хочешь? Азиаты. Вы проиграли. Капитан Америка бросил тебя, бедняжка. Все хорошо. Все хорошо. Ладно, Ларри, может, это тебе не помогло. Может, однажды тебе поможет футболка Капитана Азии? Джон, босс попросил найти лучшего агента, чтобы найти инопланетянина. Так ты готовишься? Ты с ума сошел? Дай свой галстук. Да, теперь выглядишь потрясающе. Превосходно. Прямо как король лев. Тебе и парикмахер нужен? Спасибо. Это мой шанс войти в историю, брат. Теперь я не могу войти? Отвали. 100 дней, моя бедная девочка. 100 дней не сможет выступать. Теперь там точно будет ресторан. Хот-пот лучше. Я буду поставлять тебе алкоголь. Мы будем партнерами. Отвали от меня. Отвали. Ты такой глупый. Только про обезьяны думаешь. Ты прав. Всегда есть выход. Не подчинишься, получишь. Подчинишься, получишь вкусняшку. Это называется техника Павлова. Ты покалечил мою обезьяну, теперь ты моя сучка. Открой глаза и смотри внимательно. Папочка смотрит. Сюда. Давай. Иди. Ты слушаешь? Давай. Смотри, что я делаю. Так, давай лапу. Ставь сюда. Держи, держи. Ставь ноги, ноги. Так. Руки. Молодец. Молодец. Теперь вперед. Павлов, что-то не работает. Подними. Смотри, как я это делаю. Видишь, как медленно я его поднимаю. Чего смотришь? Пробуй. Ты это видишь, Хван? Позорище. Да я... Подними. Слышал? Поднял, быстро. Не можешь? Начинаешь ревновать, да? Поднимай! Немедленно! Да! Молодец! Держи, кати, кати! Так, молодчина!
Какой прилежный, Генг Хао. Зачем колючая проволока? Укрепляешь оборону? Он почти научился ходить на ходулях, может сбежать. Это шоу не сделает тебя богатым. Зачем все это? Давай папа покажет тебе, как зарабатывать. Я встретился с менеджером по алкоголю. Мы теперь братаны, можем вести серьезный бизнес. Просто дай мне денег, а я поделюсь. Отвали. Я инвестировал в твою кофейню. И где деньги? Какой ты злопамятный. Все время вспоминаешь. Здесь все иначе, говоришь тебе, это алкоголь. Он принесет мне много денег, сделает меня богатым. Я хочу, чтобы мой алкоголь пили французы и парижане. У меня будет свой бренд алкоголя, и все будут его пить. Если пользуешься компьютером, не значит, что знаешь, как он работает. Французы, парижане. Да это же одно и то же. Ведь я даже не понимаю, почему мы друзья. У тебя даже образования нет. И еще, французы пьют красное вино, а не это дерьмо. Наверное, у пришельца не было вариантов, и он пришел к нам. Мы перехватили одно изображение. Без проблем, достаточно. Видели? Это доказывает, что он жив. Это лист с дерева, которое посадили 15-25 лет назад. Больше ничего нет. Мы не можем определить местонахождение. Это единственный способ общения. По крайней мере, мы можем управлять Антарктикой. Сэр, можно ваш компьютер? Конечно. Все согласны, что следующий шаг — это поиски подобной скульптуры. Народ, за работу. Есть совпадение. Статуя Иисуса в Бразилии. Он в Рио. Боже, храни Америку. Судя по разведданным, пришелец скрывается на корабле контрабандистов. Цель найдена, выдвигаемся. Приближаться осторожно, они вооружены и опасны. Понял. Зачем вам на борту оружие, если вы перевозите мясо? Это что, редкий, никогда не виданный ранее зверь? Просто это очень-очень дорогая скотина! Заткнись! Мечтай о большем! Тихо, Хуан. Thank you.
Какого хрена? Зачем вы начали стрелять? Это же переговоры! Да какие нахрен пришельцы? Почему ты сказал, что я обманщик? Тогда откуда у пришельца фотография? Из Разгарда! Ты хренов лжец! Ты оскорбил меня, мать твою! Каждая минута на сцене равняется 10 годам тренировок. А? Позволь спросить, я повелитель тварей или нет? Ты не повелитель, ты сутенер животного мира. Держи. Толкай. Шаг вперед. Генхао, если мы станем продавать алкоголь, можешь мне не платить. Отдай эту макаку, она дорогая. Обойдешься. Не завидуй, обезьяне. Если присоединишься к нам, чтобы говорить правду, то я надеру тебе зад. Ты, может, даже во времени переместишься. Я думал, ты просто сутенер. На путешествие во времени я согласен. Пришелец смотрит достопримечательности. Что это? Директор устраивает фестиваль, велел открыть двери. Да. Вы закрыты по полмесяца. Директор решил вам помочь. Тупица. Дядя, твоя жена сказала, что большинство наших гостей — это семьи. Взрослые едят, а дети играют. Еще одна сказала: я тебе не дядя. На людях я для тебя Тони. Генгхао. Привет. Прости. Да, ничего. О, да. Когда ты уехал, я не смог забросить это место. Я обо всем договорился, они сделали из этого детский фестиваль. Вот придурки. Вот придурок. Я знаю, что тебе понравится. Мы кое над чем работали. Как только увидите ее, только и будете думать, как ваше КПЭ пойдет в гору. Представляю вам следующую суперзвезду нашего парка. Наш новый друг. Где обезьяна? Сбежала? Может, на велике катается? У древних есть право голоса. Люди умирают за богатство, а птицы за еду. Открывай, малыш. Громкие аплодисменты. Маленький Феникс. У него диплом по финансам. Ты невероятен. Где? Где обезьяна? Знакомься, это мистер Лиу. Она даст тебе за нее 15 тысяч долларов. Ты эксперт, этой суммы хватит? Давай пятнашку и бери его. Получай по заслугам. Где уважение? Верни ее. Сканируйте, не слушайте его. Посмотрите на них. Эй, брат, хорош играть. Мы все понимаем, просто дай посмотреть на обезьяну. Если она правда странная, я добавлю еще 3000. Словами не описать. Ты жулик! Как только ты ее увидишь, уверяю, у тебя мозг взорвется. Да пошел ты! Она не продается. Мало денег? Если обезьяна редкая, то деньги не вопрос. Давай обсудим. Согласен? У тебя куча денег? Тогда зачем играешь с птицами?
Вон играй с самолетами. Верни птицу, не трожь. Отстань, пошел вон. Птицу верни. Это бред. Пошел вон. Птица не виновата. Вали. Что ты творишь? Балаган. Вы сами как обезьяны. Ваше место в цирке. Все, иди вон. Эй! Где обезьяна? Вот! Павлов, богиня животных, ты не будешь продавать ни обезьян, ни алкоголь. Бизнес мой. Люди давно перестали смотреть шоу с обезьянами, тупица! И что? Ты пережиток прошлого. Я пытаюсь помочь тебе, а ты трусишь. Это ты, деревенщина, а это квинтэссенция. Жалкие фокусы — это квинтэссенция? Думаешь, ты мастер лишь потому, что я хвалю тебя? Ты всего лишь обезьяний шоумен. Жалкий идиот, который возится с мартышками. Думаешь, это легко? А? Давай. Если все так могут, покажи мне. Давай. Надрессируешь его за день, отдам его тебе. Давай. Ну же. Вылезай. Вылезай, говорю. Вылезай. Ладно. Внимание. Приветствие. Вот не надо тут, ладно? Этому я его научил. Это ничего не доказывает. Давай что-нибудь другое. Ладно, смотри на меня. Давай отжиматься, упор лежа. Вниз. Вниз. И вверх. Да, выкуси. Видишь, я добился этого бесплатно. Супер, продолжай. Так, направо, шагом марш. Видала? Твоя работа не такая уж и тяжелая. Здоровяк. Все эти трюки. Хватай веревку. Пешком не догонишь. Доставщик. Стой, стой! Быстрее! Быстрее, быстрее! Доставщик! Доставщик! Доставщик, быстрее подожми! Вместо обезьян лучше бы сам тренировался. Быстрее давай. Куда ты? Что там такое? А ну вернись. Док Ляо. Всего-то умом и силой 15 тысяч мало. Надо бы еще один нолик приписать. Он знает, где дом. Идем. Мелкий засранец, как ты посмел сбежать? Но ты вернулся. Это была репетиция перед выступлением. Смотри на меня. Верни мои штаны.
Не подходи. Отпусти, отпусти, отпусти! Глазам не верю. Бежим скорее! Не подходи ко мне! У меня амулет! Прочь, 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 пошел прочь! Покажись, покажись! Назад, назад! Да пошли вы! Назад! Покажись! Я же говорил, он пришелец. Чувак! Я вижу яйца. Придурок. Я хочу пожрать. Этот эпизод хотя бы лучше предыдущего. Зараза! Единственное, что ты в жизни сделал правильно, это намотал колючую проволоку. Чего? Это я не вам, офицер. Нас похитили. Кто? Пришелец. Кто? Настоящий пришелец. Тогда как вы звоните? Он сейчас чинит корабль. Откуда столько вопросов? Просто приезжайте, он хочет захватить планету. Скорее, мы в парке развлечений. Который в горах. Не шевелись там. Не вешайте трубку, пришлем ответ. Заканчивай. Сэр, произошло недоразумение. Вы знаете, что это значит? Человеческие, понимаете? Thank you.
Хотите, чтобы я катался? Мы облажались. Теперь будем отрабатывать. Ян Хао. Богиня животных — это бред. Павлов — это бред. Ты так его достал, что он позеленел от злости. Зачем ты издевался над ним? Не переживайте, босс, я накажу его за вас. Вы должны понять, что я и представить не мог, что со мной случится такое. Босс, штука забористая. Очень. Если высшее существо оказалось здесь, потому что какой-то идиот попал в аварию, это вина высшего существа. Вовсе нет. Тогда почему вы так зло относились к нему? Это просто ошибка. Давайте я извинюсь, выпив всю бутылку. Хватит. Босс, если вы считаете, что мы не правы, то я тоже должен выпить. Я не видел, как вы прекрасны. Ему понравилось. И правда понравилось. Держите, налью вам еще. Обычно мы чокаемся, вот так. Ты чего? Кого ты пытаешься надуть? Разве босс так делал? Шаг вперед! Еще! Еще! Босс, он неудачник. Его смерть будет бесполезной. Выпьем за ваших родителей. У меня созрел тост. Я желаю им счастья и здоровья, чтобы космос их не убил. До дна! Пейте! Обсудим насущные вопросы. А ты подлей нам бульона. Вот. Босс, это самая прекрасная вещь в нашем мире. Я вас пока плохо знаю. Просто купите себе что-нибудь. Если думаете, что этого мало, то я знаю, что водка вам понравилась. Расслабьтесь. Когда вернетесь домой, я предоставлю вам столько выпивки, что на жизнь вперед хватит. Пока мы говорили, я тут подумал о возможностях. Босс, вы можете стать главным поставщиком на вашей планете. Мы обеспечим вас ликером. Хотите быть гражданским служащим всю жизнь? Чтобы в конце получать ничтожную пенсию? Я прав? Босс. Это деньги. Их нельзя сжигать. Босс. Босс. Босс? Вы это чего? Жгите, мне плевать. Мы каждый год их сжигаем. Босс, не бросайте меня. Я боюсь высоты. Отпустите меня, босс. Мне страшно. Босс. Эй, нет, нет, эй. Я же сказал, что это недопонимание. Слушай, разве всего этого было недостаточно? Что? Ладно, ладно, я проглочу, проглочу. Ладно, мы повинуемся.
Босс, слишком высоко. Оно проваливается. Теперь-то вы довольны? Я не должен был глотать. Просто пососать. Это была случайность. Когда проснусь завтра, я найду способ. Я найду. Я вытащу это. Эй, босс. Я задыхаюсь. Не переворачивай его! Так не сработает! Подожди, пока он в туалет сходит! Это же человеческая жизнь, босс! Две жизни! Быстрее! Алло? Вы позвонили в полицию? Да, верно, верно. Подождите. Следи за ним. Ты сжег мои деньги? Разве это не преступление? Говорю вам, пришелец внутри может летать, поднимать людей. Он поднял меня со всей силы, силой мысли. В воздухе у него была цепь, он вертел меня, перевернул, чуть не уронил. Сколько вы выпили? Я не пил. Сколько? Это пришелец заставил нас пить. Не волнуйся о том, сколько я выпил. Думаешь, забавно шутить шутки с полицией? Это не шутки. Тогда что? Я шоумен. Прошу прощения. Должен вам сказать, офицер, вы слишком добры, чтобы приходить сюда ночью из-за пьяницы. Кто вызвал полицию, чтобы доложить о пришельце? О чем ты? Что с пришельцем? Я здесь, я пришелец. Да ты в стельку, отрезвей. Смотри, идем. Стой, протрезвей. Пройдите сюда. Он слишком много выпил и просто шутил. Пил с вами? Да. Значит, вы пришелец? Верно. С какой вы планеты? Пожалуй, слишком облачно. Ваш дом не видно. Смешно. Как протрезвеете, принесите паспорт в полицию для регистрации. Хорошо. Не придете? Депортирую. Как скажете. Прошу прощения за вызов. Эй, куда вы? Вернитесь. Что нам делать? Ведь он... Мы в безопасности. Выпей воды. Умереть захотел? Мы в безопасности. Да, Фэй. Думаешь, он как человек? Где пришелец? Он даже не вымирающий вид. Где пришелец? Пытается нас убить. И он сжег все деньги на бизнес. Я спрашиваю, где он? Вот, выпей. Раз уж не могу продавать ликер пришельцу... Как насчет использовать пришельца, чтобы продавать ликер? Говорю тебе, вот так из лимонов выходит лимонад. Каждая капля ликера превратится в наши сбережения.
Вам здесь не место. Уходите. Валите. Вы по-китайски не понимаете? Курсы пейнтбола неподалеку. Идите уже. Мой босс ищет кое-кого. Если не найдем его, тогда вы трупы. Понятно? Это слово «да». А вот предыдущее... Парни, вы знаете, что нам именно нужно? Есть мужчина... С очень скверным характером. И он делает все, чтобы его сдерживать. Но два человека отправляют его по ложному следу на другой конец мира. И вот он здесь. Обнаруживает этих двух ушлепков. Что, по-вашему, этот человек сделает? Вот что я скажу. Если он допьет до дна и все еще не найдет его, вы оба... Мертвецы. Давайте не увлекаться. Ни о чем не волнуйтесь. Надо кого-то найти? Да без проблем. Мы здесь все друзья. На, закури. Сэр, закурите, сэр. Надеюсь, вы не курили лечебный табак. А мы курим. Была замечена странная активность. Эй! Иди, открой ему дверь. Одна, два, три, четыре, пять бутылок. Я, друг мой, мы вдвоем выпили 5 бутылок. 42 градуса. Зачем мне лгать? Мы оба отрубились и не видели вашего парня. Парни, кажется, я нашел. Парни, давайте спускайтесь. Поторопитесь. Это именно тот корабль, который я видел. Так и знал, что узнаю. Он будто из говна и палок. Пойдем, приоденемся, парни. Идем. Джон, я сам. Он чувствительный. Поверь мне. Помнишь меня? Капитан Зак Эндрюс из Соединенных Штатов Аманики. Самой развитой нации на Земле. Эндрюс, сделай что-нибудь. Кажется, никого нет дома. Время не резиновое. Эй! Не двигаться, черт возьми! Не с места! Я просто хотел вам сигарет купить! Сэр, мне больно! Ты перестанешь тратить мое время. Мне осточертел ты, твой дружок и ваша чушь! Я не понимаю, сэр. Где он? Где он? Он идет! Он здесь! Thank you.
Он внутри. Вот что происходит, вы тоже видели. Если хотите забрать его с собой, берите всех. Он сказал, что мы можем всех забирать. Спасибо. И что мне с этим делать? Загрузить на вершину грузовика? Джон, наше прикрытие — футбольный матч. А что мне выставить для полиции, звездолет? Поторопитесь. Ты дал мне обещание, и вот мы здесь. Я устал вам помогать, я хочу вернуться. Мой босс хочет переговорить со мной. Это очень важно. Мы застряли. Продень через меня. Вниз. Пока в порядке Хуан-Хуан, в порядке и мы. Вот чем вы тут занимаетесь? Не хотел отвлекать, но как вытащить пришельца из звездолета? С нами нельзя так обращаться. Тот пришелец наш друг. Хоть он и ваш друг, вы можете помочь нам завершить миссию. Друг или нет? Не нам это решать. Мы же не послы. Они не сотрудничают. У вас нет прав с нами так поступать. У вас нет прав, как вы смеете. Вы не можете здесь нас запирать. Вы что, забыли, где находитесь? Это же Китай. А вы... Надеюсь, вы нравитесь друг другу. Ведь это будет последнее лицо, которое ты увидишь. Мы в дерьме. И мы никогда отсюда не выберемся. Иностранцы заключают дипломатические отношения с пришельцем. А ты дал им обезьяну. Отношения с обезьяной. Выход есть всегда. Но нам нужно действовать. Будет отстойно. Ай! 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 Вернитесь, вернитесь!
посол, выходите. Выходите, посол, выходите. Выходите. Нет, нет, нет. Это очень опасно. Верь мне. Хуан, Хуан, выходите сюда. Посол, давай, давай. Сюда, это я. Давай сюда. Быстрее. Аплодисменты, посол выходит. Давай, давай. Выходи. Иди. Давай, давай, иди, иди, давай. Так. Хорошо. Давайте пожмем друг другу руки. Давайте, посол. Это их межзвездный этикет. Здравствуйте. Здравствуйте. Давай пожмем руки. Да. Так, пожмем руки. Давай. Жми, жми же, давай, жми. Ну. Видели? Он пожал ему руку. Как жмут руку только приятели. О! Посол дал мне это! Это? Это шар ДНК? Да, это наша цель. Поверить не могу, что у него еще один. Что делает посол? Так, давай, давай. Иди, иди. Что делает посол? Он ищет, он хочет кого-то выбрать. Он в поисках. Он кого-то нашел. Он выбрал его. Видите? Верно, он выбрал тебя. Я? Чего ты там ждешь? Давай, давай. Посол выбрал его. Приятель, я немного смущен. Я Шэн Тэнгфэй, я же никто. Но посол сделал свой выбор. Я должен делать, что он скажет. Стой. Ты нервничаешь. Ты вспотел. Вау. Ты сильно вспотел. Дай галстук. Галстук. Все хорошо. Ладно. Ладно. Вы, китайцы, уже везде. Итак, я это сделаю. История должна запомнить меня, Джона Стоктона.
Джон, сначала положи ДНК-шар себе в рот. Хорошо, молодец. Сожми мышцы полости рта. А теперь постарайся приложить его к слизистой щеке на 15 секунд. А теперь с помощью языка веди его по часовой стрелке в полости рта. Можешь перестать играть словами и просто сказать мне, что делать? Води языком шар во рту, пока весь слюной не покроется. Так, молодец, молодец, молодец. Молодец, приятель, молодец, молодец. Я верю Павлову! Я верю в дух охранителя! И также верю, что ты мой переродившийся отец! Хватит нести чушь! Давай, поворачивай! Поворачиваю! Стой тут! Ты что делаешь? Нужно достать Хуан-Хуан. Ты свои деньги хочешь достать? Мы в смертельной опасности! Он не сойдет. С тобой. Мы достанем Хуан-Хуан, закопаем пришельца, и все будет хорошо. Лучше валить прямо сейчас. И куда же? Я растил ее все годы, и без нее не выживу. Ты обо мне заботиться будешь? Да, буду. К черту, позаботишься обо мне? Ты о себе позаботиться не сможешь, верни мне долг. Генгхао, у тебя комплекс неполноценности. Ты вечно боишься сделать первый шаг. А ну стой. Тронешь, нам конец. Либо я, либо Хуан-Хуан, выбирай. Это углеродное существо. Все еще пользуется конечностями, чтобы ходить, ноги могут служить руками. Дарвинизму конец. В вопросе изучения эволюции мы слишком долго шли, как улитки. Вы можете описать вкус космического ДНК-шара? Любимый вкус Аманики. Вкус победы. Вы можете описать вкус победы? Сэр, на вкус это... На вкус как дерьмо. Что происходит? Что там? Достаньте пришельца. Хуан-Хуан. Залазь, Хуан-Хуан. Давай. Джон, мы обнаружили 3 следа ДНК. Вашего мужчины-азиата и из обезьяньего калла. Еще раз. Вы обезьяна, калл.
Слушай сюда. На этом ДНК-шаре нет следов обезьяньего или азиатского дерьма. Ты меня понял? Да. Каков план, сэр? Куда вы? Смерть не заботит богатство и статус, возраст не важен в загробной жизни. Ты прожил хорошую жизнь на небесах. Оно того стоило. Прибыть в наш мир и страдать. Надеюсь, это погребение дарует тебе покой. Что это ты собрался делать? Что за фигня? Опять что ли? Только не снова! Боже! Объяснись немедленно! Я просто... Я копал. Просто читал твои последние... Читал что? Ну, читал эти. Не читал. Ну, распевал там. Читал. Что не так с моим телом? Телом? Это просто сокращение мышц или... Сокращение, да. Ну и ты переродился. А ну отвали! Слушай, твой шар все еще внутри меня. Я не смогу его выкакать, пока ты меня так пугаешь. Эй, китаец! По-твоему, это смешно? Ты знаешь, каково это есть дерьмо? Как оно на вкус? Где пришелец? Где пришелец? Кто? Ну, он вон там, он вон. Да, вон он. Пришелец. Ага. Это пришелец. Игре конец. Боже мой. Это и правда ты. Прости, я не знал, что это ты. Прости меня. Я прошел 35 тысяч световых лет, чтобы добраться сюда. Стоило мне прибыть, вы заставили меня ловить ножи, ездить на велосипеде, пить алкоголь. Подтягиваться.
Вы тыкали мне палкой в шею, гоняли меня. Жестокие вы мрази. Вы не думали о чувствах обезьяны? Офицер, пришелец убивает человека. Послушайте меня. ЦРУ тоже здесь, они украли мою обезьяну. Пришелец занял тело обезьяны, и теперь они дерутся там. Драки пришельцев и агентов ЦРУ — это не ко мне, вам в Голливуд. Какой еще Голливуд? Дерьмо! Сегодня я уничтожу эту никчемную цивилизацию. Чику! Пора вершить историю. Это мой звездный час.